Всем привет, друзья! Это у нас волны Бококоторского залива, что в Черногории. А это герой сегодняшнего видеообзора. Автомобиль Mini One 2006 года выпуска в кузове R52 кабриолет. Дизайном автомобиля занимался американский дизайнер Фрэнк Стивенсон. И чтобы сделать эту машину 100% узнаваемой, он не только использовал круглые фары и узнаваемую радиаторную решетку, но и самые главные черты силуэта Mini. Это вертикально поставленное лобовое стекло и абсолютно ровная подоконная линия. Фрэнк Стивенсон сотрудничал с совершенно нетривиальными автопроизводителями, такими как Lancia, Maserati, Ferrari, McLaren. Он участвовал в создании Ferrari F430, он участвовал в создании McLaren P1. Но, наверное, самыми массовыми, самыми известными его творениями являются реинкарнации двух маленьких автомобильчиков. Fiat 500 и возрожденный под знаменами BMW Mini первой серии. Машина понравилась возможностью вот такой трансформации крыши. При езде в кабриолете всегда невыносимо обгорают уши, плечи, шея. А эта машина позволяет сделать из передней части крыши вот такой вот люк, не открывая заднюю часть, что превращает машину в такой зонтик от солнца. Напоминает очень симпатичный военный бобик. За 25 секунд эта крыша трансформируется в полноценный кабриолет нажатием и удержанием одной единственной кнопки. И еще понравилась форма вот такой поднятой крыши. Она имеет очень интересные наклоны. На мой взгляд, машина эта смотрится интереснее, чем даже мини-хэтч. У нее более стремительный силуэт. Заводной салон этой машины выполнен как реплика классического мини с огромным бабушкиным будильником посредине приборной панели и выносным тахометром. Все это делает поездку на этой машине увлекательной, а с открытым верхом чем-то сравнимой с поездкой на мотоцикле. Здесь очень много скрипов, но в остальном все выполнено из очень качественных материалов. Например, верх торпеды из мягкого пластика, приятного на ощупь и очень приятного взгляду. Похоже на такой старый английский ягуар. В этом интерьере все нетривиально. Здесь и вертолетные кнопки, управляющие стеклоподъемниками и другими функциями, и панель климат-контроля, выполненная в форме логотипа Mini, и вот этот огромный бабушкин будильник, который включает в себя спидометр и основные индикаторы автомобиля. Кожаная баранка здесь установлена не оригинальная, от модели 2009 года. Но она удобная и хваткая, и имеет оптимальное сечение. Индикатор указателей поворота только один, он расположен на центральном спидометре и загорается вне зависимости от того, поворачиваете вы влево или вправо. Посадка в Mini удобная. Мой рост 180 сантиметров, ну а размер примерно 2XL. И я здесь смог устроиться комфортно для работы с механической коробкой передач. Правда, регулировки по высоте и по длине сиденья выбраны полностью. Давайте, однако, заглянем под капот этого малыша. Ручка открывания капота здесь находится справа, что как бы говорит об английском происхождении машины. Смотрите, как интересно выполнена передняя часть автомобиля. Капот и крылья выполнены как одно целое. Моторный отсек защищают вот такие большие брызговики. А под капотом здесь установлен Крайслеровский 1.6 16-клапанный, очень простой по конструкции мотор. Такой же мотор устанавливается на версию Cooper, только здесь он программно задушен до 90 сил, а у Cooper первого поколения было 115 лошадиных сил. В принципе, такой же двигатель используется и на Cooper S, такой же блок цилиндров, точнее. А вот здесь, на месте аккумулятора, у Cooper S должна быть расположена турбина. И задняя часть автомобиля, минутка юмора.
Мы дома эксплуатируем микроволновку старую в Apple. В ней дверца открывается вниз. В принципе, здесь происходит то же самое. Пиццу вы здесь, конечно, не разогреете, но пара больших рюкзаков и кофр с фотоаппаратом сюда вполне войдут. На крышке этого грузового бортика написано «до 80 кг». Это означает, что если ваша стройная подруга весит до 80 кг, вы можете устроить с ней пикник на обочине. Она посидит на этом выдвижном бортике, ну а вы пешком постоите рядом. Ну, а если вы трехлетний ребенок, и вас вдруг похитили киднепперы и почему-то засунули в багажник этого мини, здесь есть вот такая вот ручечка, которая позволяет за трос открыть багажник изнутри, так, чтобы вы могли сбежать. Этот экземпляр мини обут вот в такие вот потрясающие катки с белой порошковой покраской. Размерность резины 205/50R17. Выглядит очень красиво, рулится замечательно, но при этом немного жесткая тряска. Несмотря на короткий капот впереди, внутри машина воспринимается абсолютно полноценной. Во-первых, благодаря качеству материалов, во-вторых, благодаря тому, как она управляется. В салоне довольно уютно. Черная складывающаяся крыша и черные передние стойки создают ощущение уюта. Стойки эти вынесены далеко вперед перед лицом водителя и пассажира, и это дает ощущение дополнительного простора. Тянет этот базовый мотор вполне пристойно, главное вовремя переключать передачи. По поводу коробки передач, здесь установлена, судя по всему, уже немецкая коробка. Вроде бы в 2006 году начали ставить коробки немецкие. Здесь ходы рычага довольно большие, но при этом избирательность переключения передач такова, что вы вот просто садитесь и первый раз начинаете ехать и вообще не промахиваетесь, моментально понимая, какую передачу вы включаете. Это очень здорово. Мотор этот выдает 140 ньютон-метров в районе 3000 оборотов. Поэтому, если вы хотите ехать спокойно, в принципе, его нужно крутить с 2 до 3. Если вы хотите ехать динамично, то где-то он должен висеть в районе 3000. Тормоза. Ну, то, что они пищат, это не проблема, но на самом деле они тоже очень классные и понравились мне с самого начала. То есть приспособиться к тормозам в этой машине вообще никак не нужно. Ты с самого начала понимаешь, как она тормозит, потому что эта машина не новая. Очень красивые виды, просто обалденные. Да, подвеска плотненькая, она держит машину так вот очень жестко на дороге. Ну, тут еще такие низкопрофильные катки и колеса. Для нее довольно большие, для этой машины. Но если ты попадаешь в ямку, она ее так довольно классно проглатывает. То есть она вроде бы плотная, но в то же время энергоемкая. То есть у подвески есть как будто два уровня. Первый уровень для руления, второй для прохождения ям. То есть, конечно, трясет на ямах, но при этом она так проглатывает, то есть ты пробоя вот такого не чувствуешь. Очень нравится этот люк. Вот он просто обалденно сделан. Что если солнце чуть-чуть сзади у вас за спиной, его можно приоткрыть, включить кондиционер вдобавок, и у вас будет чистое небо над головой. Это то, что не все кабриолеты умеют делать, особенно купе-кабриолеты с жестким верхом, они это вообще делать не умеют. Козырь мини – это его управляемость. Даже на этой далеко не новой машине достаточно слегка повернуть руль, и ее буквально уносит именно туда, куда вы хотите ее направить. Это возможно благодаря многорычажной задней подвеске и колесам, расставленным по углам кузова.
общем, это авто на выходные, авто для отпуска. Во времена плагин гибридов и карпоев это авто кажется очень натуральным, очень простым и очень честным, с аналоговыми шкалами и механической коробкой. Англичане в своих видеообзорах говорят, что мини первой серии вот-вот станут коллекционными. В принципе, это уже касается моделей John Cooper Works первого выпуска. Машин выпускалось немало, каждый год мини первой серии продавался примерно в количестве 200 тысяч штук. Но хорошие экземпляры становятся редкостью, и через 5 лет даже вот такие машинки, наверное, станут коллекционными. В этом году марка Mini, обновленная компанией BMW, празднует 20-летие. Первые экземпляры Mini Hatch начали продаваться в июле 2001 года. Эта машинка ощущается такой машиной вне времени, потому что сейчас трудно сказать, вот едя на таком не новом автомобиле, из какого же времени эта машина? Из 60-х, из 90-х, из 2000-х? Она просто воспринимается как некий раритет и дарит хорошее настроение.